Всем привет! Как меня видно, слышно? Слышно? Ура! Доброе субботнее утро! Наконец-то у нас выглянуло солнце и стало тепло на улице. Это радует, потому что это... Итак, меня зовут Мария. Училась я 5 лет. Отрабатывал в математике, информатике. Что-то мне казалось мало, поэтому пошла работать в научно-исследовательский институт. После того, как я устроилась в работу, мне стало интересно заниматься приборами, техникой, очень инженерной ерундой. Пошла учиться на второе высшее образование, управление технической системой. Итак, в проект я пришла 14 февраля 2016 года, очень недавно. Пригласила меня Даша, мы с ней давно общались, поэтому связь поддерживаем уже на протяжении 5 лет. Она знает меня, я знаю ее. Тут мы как-то разговаривались по поводу того, о чем же мы мечтаем, о чем мы размышляли. Наверняка кажется это о своем доме, о хорошей машине, о стабильном высоком доходе, о путешествиях. При этом должно оставаться время на себя и на свою семью. Но в то же время нужно же зарабатывать деньги, строить как на свое дело, если вам интересно. И поэтому она меня пригласила попробовать. Это уже типа. Вообще. У нее микрофон в комнате включен. Так лучше? Так вот, мой первый каталог начался очень плодотворно. У меня буквально за первые 4 дня каталога появился заказ на 150 бонусных баллов. Соответственно, я сразу вошла в премьер-клуб. Сразу прошла первый шаг стартовой программы. Хотя изначально я как-то на стартовую программу не очень рассчитывала, думаю, может быть, ближе к концу каталога, я все-таки сделаю заказ. Соответственно, нет, мне очень понравилось это перспектива. Первый шаг стартовой программы, личный заказ на 150 бонусных баллов, премьер-клуб, скидка объемная, скидка премьер-клуба, мне это очень понравилось. Дальше заказ только вырос. Первый каталог я вышла на уровень 6%. Благодаря еще своим новичкам, у меня были две девочки. Сейчас одна продолжает заниматься, вторая как-то потихоньку. Но я планирую ее тоже все-таки вытащить, чтобы она продолжила и поднять ее до уровня директора. Это первое сообщение, которое мне прислала Даша, как только зарегистрировала меня. Было очень приятно, всем она делала открыточки, меня посадила на это дело, все поздравления. Открытки, праздники, приглашения. Как же без этого? Все новички как-то сразу начали к нам тянуться. Мы собрали достаточно большую команду. Итак, все, мы же Арифлейм. Во-первых, здесь есть возможность работать в интересной команде, в очень большой дружной команде. Возможность карьерного роста, причем достаточно быстрого, если вы будете работать. Если вы хотите работать, растущий доход, но тоже, если вы хотите, вы будете делать. Не просто хотеть, сидя там на попе ровно, а будете делать. Качественные продукты по доступным ценам. Сейчас в магазинах очень много всякой разной косметики, в наших магнитах, рубль-бумах, фортунах. Но кто вам гарантирует там качество? Да? Никто. Даже если на баночке написали, не факт, что в этой баночке у нас то, что действительно заявлено на этикетке.
Плюс компания Oriflame дает большую возможность для путешествий за счет компании. Не просто там за свой счет собрались, поехали в отпуск, а вот вы можете ездить в любое время года за свой счет, плюс летом и причем за счет компании. Это очень приятный бонус. Правильно? Так вот, наш Oriflame помогает осуществлять свои мечты. Ну, точнее, пока это мои мечты, но надеюсь, у вас они такие же. Собственный дом, хорошая машина, стабильный высокий доход, путешествия потом в разные страны мира. При этом, при всем, у вас есть время на себя, у вас есть интересное дело, которое вас поддерживает, ваша команда. Вы строите свой бизнес, независимо от чужих людей, от дяди, на которого нужно работать с 8 до 8 вечера, по 12 часов, иногда без выходных, на тяжелых работах. А вы строите свой бизнес, команда, которая вас всегда поддерживает, и благодаря им... О, мечтаю 100 бриллиантов директоров в команде. Ну, это очень хорошая мечта. Да, вот именно, нужно добиваться этого, чтобы мечты стали не просто мечтами, а реальностью. И знаете, с Oriflame это возможно, главное делать. Да, Лиль, будем добиваться 100 бриллиантов директоров в команде, запросто. Итак, за все мое время работы, чего я уже успела достичь, прошла все шаги стартовой программы, все четыре. Я получила все эти наборы. Сейчас вы видите два из них, остальные я не фотографировала, я просто не успевала фотографировать свои заказы. Наборы сразу пользовались популярностью. Часть наборов осталась у меня, я не сразу была пользоваться, часть даже у меня попросили подарок. Дарок пришлось отдать, но не могла удержаться. Людям очень нравится эта косметика. Да, Лиль, продала, не поверишь. Самый первый набор, как раз вот этот молоко и мед, мне попросили подарок, очень красиво оформленный, и девочка была в восторге, просто в восторге. Причем до сих пор заказывают наборы из как раз молоко и мед, из этой серии, подарок родственникам на день рождения, там, на юбилей. Так что все пользуется популярностью. Главное предлагать. Не просто сидеть, да, вот я сижу, занимаюсь, а нужно рассказывать об этом, нужно предлагать продукты. Тогда люди узнают и будут пользоваться. Все это время я в премьер-клубе, уже второй каталог, 50% на любимый продукт. А что за любимый продукт? Конечно, wellness. Значит, сначала я брала wellness просто подпиской 50%, сейчас я оформила подписку wellness life plus. Уже в этом каталоге мне придет первая посылочка. Витаминки, коктейль и шейкер с мерной ложечкой. Если оформлять просто подписку wellness, то шейкер и мерную ложечку придется покупать дополнительно. А wellness life plus идет все вместе. При этом, когда вы получаете четвертый продукт, который приходит без... Ладно, да, еще дневник, куда записываю все свои успехи по поводу Wellness Life. И четвертый продукт используется бесплатно, но бонусные баллы за него начисляются. Это будет 100 бонусных баллов, представляете? Приходит бесплатно Wellness, а 100 бонусных баллов за него начисляются. Это действительно круто, поэтому оформляйте подписку. О, уже четвертый шаг за 0 рублей, 100 бонусных баллов. При этом, если рассказывать новичку о программе вот этой подписки Wellness Life Plus, то новичок проходит все шаги стартовой программы автоматически. Каждый каталог у него уже есть 100 бонусных баллов. При этом он получает wellness, при этом он становится здоровым, при этом получает все бонусы, которые только может быть. Если он еще наберет 50 баллов, то он окажется в премьер-клубе. И это еще... более позитивно. Поэтому советую оформлять подписки. Я знаю, Лена Лукоянова уже тоже получала несколько наборов Wellness Life Plus по подписке.
с витаминами Wellness я могу просыпаться буквально в 6 часов с утра и весь день никакой усталости, никакой сонливости. Хотя человек как раз ранее весной, когда витаминоз, когда всем хочется спать, на работе все очень удивлялись. А ты все такая бодрая вообще тут бегаешь. Почему у тебя вообще настроение хорошее? Почему ты здесь бегаешь? Ну, вот потому что я пью витаминки. Девочка у меня заказала и для себя, и для мужа витаминки. Правда, не Wellness Pack, а просто комплекс мультивитаминов. Я ей рассказала Wellness Pack, она пока думает, но я надеюсь, что она может будет ее подписать, и она тоже будет пользоваться продуктами Wellness. Да, кстати, по поводу Wellness Life Plus нужно уточнять, чтобы ЭТО был сертифицирован на поставку этой продукции. Список ЭТО можно будет найти на сайте. Не могу говорить, перезвони. Итак, хочу вас все-таки зарядить позитивным настроением. Посмотрите, какой замечательный флаг у нашей команды. Давайте под этим флагом все дружно, вперед, все вместе, держась за руки, общаясь, рассказывать друг другу, уделять опытом, идти вперед, и все-таки реально достанем до 100 бриллиантовых директоров в команде, а может быть даже и больше. Ура! Машка, молодец! Супер вообще, позитивное мега выступление. Отключайся в скайпе, чтобы не было этого фонения. Ребят, давайте обратную связь Маше дадим. Как вам понравилось? Что для вас было интересным? Прям молодчинка на одном дыхании. Ребята, мне сейчас позвонила мама и поздравила меня. Я стала тетей еще раз. У меня родился племянник Артемка. Представляете? Ой, не могу. Сейчас аж прям заплачу. Маша, включайся в скайпе. Все, отключила сама. Так, ребят, ну что, вот такая у нас сегодня мегановская планерка. Дали возможность Маше потренироваться. Я считаю, что Маша будет у нас самым потрясающим позитивным спикером в будущем, в ближайшем уже начало положено. Маша у нас записалась в ключевую команду и готова идти к бриллиантам на супер-мега-высокой скорости. И я еще раз хочу сказать, что мы сейчас активно собираем ключиков, ключевую команду. Есть правила, которых нужно придерживаться. Сейчас у нас идет разминка, да, до понедельника, пока ребята пробуют свои силы, уже настраиваются. Мы готовим в это время обновленную школу, материалы для работы, таблички, которые нужно будет заполнять. Поэтому, да, дерзайте. Что сидеть, кого ждать, если вы сами не сделаете свой бизнес, его никто за вас не сделает. А лучше всего его делать в команде, вместе, когда вы видите рядом, что точно такие же ребята делают потихоньку, да, можно всегда посоветоваться, как бы пообщаться на эту тему с людьми, которые тоже вот здесь идут в этом же направлении, что и мы все. Как говорится, одному, конечно, хорошо, а с друзьями лучше. Вот, ребят, я предлагаю сейчас написать план на день, что вы сегодня планируете сделать. По поводу звонков по резюме, их можно продолжать звонить сегодня, обзванивать списки знакомых. Если у вас есть люди на собеседовании, вы просто звоните нам, потому что вот Миша дома сегодня. Я, конечно, сейчас уеду по делам. Миша будет проводить собеседование. Я знаю, что вот Олеся Бахмутова проводит уже их активно. Поэтому смотрите, да, кому постучаться, записаться на собеседование со своим гостем, чтобы движуха шла без остановок. То есть неважно, выходные это или будни, надо пахать. Да, кстати, сегодня в 14 часов будет презентация, Миша будет проводить, приглашайте на презентацию. Это самый эффективный способ, когда люди видят сразу, что людей много. Людей много, люди пришли, обязательно приходите сами и приглашайте свои команды. То есть давайте начнем драйвить так, чтобы, да, дым из ушей стоял, чтобы все знали, что вау, да, у нас тут творится такое, что только успевай
да, поворачиваться. Что у нас весело, интересно и быстрый карьерный рост. Спасибо вам всем за внимание. Планы пишем, не выходим из чата. И до встречи!